регулярно посещаю бои без правил. Очень интересно, очень рад, что клуб Red Devil всегда среди лидеров. Ну и особенно рад за Федора Емельяненко, который действительно отстаивает честь нашей страны и отстаивает успешно. Так что всегда приятно посмотреть на наших бойцов. Дело в том, что я недавно устроился в программу «Брачное чтиво», и ваша супруга попросила узнать, где вы, поскольку дома вы не бываете. Поэтому я здесь, потому что здесь вы. Но оказалось, что вы совершенно верный супруге человек, но совершенно также верный человек для единоборств. Поэтому давайте вместе болеть за наших, за девчонок. Потому что, ну, я не буду говорить, на что я обращаю внимание, на девчонок. Какой специалист по борьбе пошел? Самое главное для женщины, я думаю, что при ее любви это самое главное. Меня обожает, любит, слушает, поэтому я прям порхаю. А вы сами-то какими судьбами? И почему вы забрались в эту маленькую дырочку?